Всем привет! Сегодня посмотрим Tempest Rising. На данный момент доступна демка. Она позволяет пройти одну сюжетную миссию. Игра очень похожа на серию Command Conquer. Это вот те игры, которые Tiberian Sun, Red Alert, Generals. Я эти все серии давно очень любил, играл, проходил. Особенно мне нравилась вселенная Tiberian Sun, Кейн, GTI и тому подобное. В общем, посмотрим. Это классическая стратегия в реальном времени с постройкой баз. Будет заявлено 3 фракции, но я потом вам зачитаю, что выделяют разработчики в этой игре. В любом случае, она мне любопытна. Я в любом случае буду за ней следить и ждать релиза. Я такое люблю. Всем приятного просмотра и давайте начинать. Итак, брифинг я полностью прослушивать не буду. Мы сразу приступим к выполнению. Tempest harvesting operations have been disrupted in this area. Dynasty interference is suspected. Retake and hold the position. Await the arrival of a mobile construction vehicle, then build a base and recommence harvesting. Destroy any dynasty forces and search for signs of a nearby dynasty base. Итак, что от нас требуется? Лесозаготовочные работы в этом районе были прерваны. Подозревается вмешательство династии. Это у нас вторая противоборствующая сторона будет. Так-то разработчиками заявлено, что у нас будет 3 фракции. Отвоюйте, удерживайте позицию, ожидайте прибытия передвижной строительной машины. Это, так понимаю, наша будет основная база. Затем постройте базу, да, и возобновите сбор урожая, уничтожьте любые силы династии и найдите следы ближайшей базы династии. Хорошо. Так, высадили нам пехоту. Ну, картинка приятная. Очень сильно, конечно, смахивает на
те игры, которые я вам говорил перед этим. Особенно на Generals. Итак, у нас пехота. И они умеют ставить мины. Запомним. Двигаемся дальше. Скинули нам еще бойцов. Это у нас уже ребята с дронами. Да, он может пускать, я так понимаю, дрон. Еще посмотрим. Да, мы, если активируем эту способность, мы можем просто управлять отдельно от пехотинца дроном, тем самым разведку производить. И, наверное, атаковать. Сейчас попробуем, поближе подойдем. Так, вы, ребят, тоже... А, тут надо обязательно снимать. Хорошо. Так, у нас тут явно что-то сейчас будет, ну да. Стой, стой, стой. А, поздно, пропалились. Ну-ка, по бочкам. Так, бочки у нас... Не просто так. Хорошо расставлены. Продолжаем продвигаться. Так, ну тут явно... Ну да, вижу базу противника. Get back. Идем тогда здесь. Так, ребят, погодите, вниз, вниз. Ну-ка, еще попробуем как раз. Не пойму, достает, не достает. А, наши дроны уничтожаются, понятно. Тогда идем. Тем более, здесь у нас есть бочки. Еще подкрепление скидывают. Нам кинули медика. Да, видите, когда мы управляем чисто, он тоже дрон вперед уходит и начинает атаковать. Он уже и сам управляет. Так, нам скинули еще две машины. Дроны, при том, я смотрю, вроде как ракетами стреляют. Небольшими. Так, у нас влево. Вправо. Давайте, наверное, сюда пойдем. Посмотрим. Так, это вот, я так понимаю, местный ресурс, который мы будем собирать. Наподобие похож на тот, который был в Солнце Тибериума. Если кто играл, помнит, там был Тиберий. И вот, кстати, если проводить параллели... Так, наших ребят там зажали. Сейчас я вернусь к теме. Так, давайте сюда. Так, вы... Давайте сюда. Гренадер. Дали нам гранатометчиков, ну, не совсем правильно говорить гранатометчик, у них гранаты. А, смотрите, опять брифинг, давай.
Intel is used to authorize limited countermeasures, such as unit abilities and support powers. Угу. А, смотрите, если даже возвращаясь к тому, что если проводить параллели, это прямо тут явные ребята, да что тебя. Спасибо тебе за информацию, неизвестное мутное лицо. А, если проводить параллели, я уже третий раз пытаюсь сказать, а, тут даже фракция GDF, по-моему, если не ошибаюсь, называется, это как GDI была, это ГСБ, Глобальный Совет Безопасности в Солнце Тибериума были, и также вот эти красные ребята очень сильно смахивают на нодов. У них тоже очень много было техники завязано на огне. Я в свое время в эту стратегию довольно-таки много играл. Мне и вселенная нравилась. Ну, кстати, здесь я не могу обвинить разработчиков по Гиате, потому что они это не скрывали, они сами говорили про это, что мы вдохновлялись серией Command Conquer. А тут прям, конечно, очень сильно чувствуется, намешано вот это все. И Generals идет. Моделями даже вот этих вот ребят синих. Именно этой фракции. Так, подъехали к вражеской, так сказать, базе. Они тут как раз вот собирают этот ресурс. Мы сейчас по заданию как раз уничтожим сборочный. Сами, кстати, пехотинцы не атакуют. Здание нужно вручную. Можно, конечно, сейчас прокликивать через Shift. Да. Назначать цели. Все, уничтожим радар. Ну-ка. Ну да, также через Shift можно выставлять маршрут. А это как раз, наверное, наша главная база. Ну да, так и есть. Так, а, значит, развернуть тебя. Угу. Давайте прям здесь. Так, где там парни мои? Давайте сюда. Вы сюда. У тебя дрон? Дрон. Давай, лети сюда. Да, здесь как раз противник. Понял. Так, это у нас электростанция. Ну, пускай будет поближе к главному зданию. Так, у нас там же... Это у нас гренадер. Разведка. Вот. Как раз хочу попробовать посмотреть мины. Так. Ставь. Посмотрим, кстати, он. Угу. И у него кулдаун пошел. Нет, ребят, пускай они... Не захотели, да? Ну, ладно. Так, пока строим, я так понимаю, завод, который будет собирать у нас вот этот ресурс. Так, где там мои все пехотинцы? Давайте сюда. Сейчас мы тут их понатыкаем. Они наверняка же ведь пойдут в атаку, ведь наверняка. Да. Да, вот сам говорил про Shift. А сам им не пользуюсь. Ну ладно, мы сейчас мы их здесь перестреляем точно уже. У нас явное преимущество. Кстати, у мин есть, я так понимаю, обозначение. Наверняка будут юниты, которые будут это все дело раскрывать. Да, вот Харвестер уже начал сбор. Так, у нас что? Бараки, это казармы. Ставим здесь. Сейчас я раскину технику. Она, конечно, не очень-то прям уж сильно живая. Так, медик у нас. Это хил. А это... Он ставит, в общем, прибуду в зоне, которая будет. И она будет, я так понимаю, хилить это все дело. Так, бараки у нас готовы. Вот как раз наши скауты-разведчики. Дроны, ну да, гренадеры и медики. Давайте этих троих
Посмотрим, что тут еще есть. Построим хранилище. И надо будет это построить. Так, это у нас оборона. Мешки с песком, забор и ворота. Так, пехота пускай, наверное, сюда идет. Так, ну мины сработали, но они не ваншотают. Одна у нас здесь взорвалась. Так, вы так сильно там не лезьте на рожон. А, значит, так, радар. Хорошо, сейчас давайте, наверное, турельки поставим. В строительстве всех зданий никакие юниты участия не принимают. То есть мы указываем, где мы хотим расположить здание. Оно, так сказать, готовится на складе. Ну, то есть на складе на нашей главной базе. Как оно будет готово. У нас вот ящик вылезает. И дрон доставляет уже готовый объект, который просто развертывается. Так, хорошо, давайте посмотрим, что это у нас за оборонительные мешки. Они, так я понимаю, все равно нам не понадобятся, но посмотреть надо. Так, ага. Если я так понимаю, это прям точная копия, как был у Tiberian Sun. Да, то есть мы, смотрите, мы строим... Те эти отстреляются. Я вам расскажу, если это так. Ай-яй, куда ты? Герой нашелся, а? Да, там ихние ракетницы хорошо отрабатывают по всем дронам. Итак, смотрите. Вот мы когда поставили первый мешок, от него мы можем просто уже вот так вот вытягивать. Вот на эту, так сказать, длину. И то же самое будет и с забором. А сами ворота, если так же будет, но их сейчас нельзя построить, потому что у нас нету завода. Просто ставить здесь, и он заменяет эти, допустим, мешки на ворота. Давайте еще одну турельку поставим, здесь вот, допустим. И как раз построим радар. Да, смотрите, у нас можно несколько зданий сразу устанавливать. И они друг друга не задерживают, то есть нету очередности. Так, пехота готова, давайте еще. Если что, не так пойдет, в запас построим этих ребят. Но это, скорее всего, будет недоступно пока что нам в первой миссии. Радар готов. Нам открылись гренадеры. Так, ну, можно, я думаю, начинать. Это же все-таки самая легкая миссия. Думаю, сейчас продвинемся. Так, сразу по бочкам. Раз противник так умело их раскинул. Давай, прорывайся вперед. Допустите его, ребята. У него очень важная миссия. Ну-ка. Готово. Красавчик. Так, у них танки еще с огнем есть. Очень много. Этих побольше сейчас делаем. Так, немножко отходим. У них там вот эти турели очень хорошо выжигают пехоту. Так, я еще единственное, что хочу посмотреть. У нас же ведь эта пехота, эту сторону. Вот эти ребята с дронами. Так, у них какие-нибудь характеристики можно? А вот. Так, рейндж, значит, дистанция 2,6, грубо говоря, да? Здесь 2,4, они, по идее, должны дальше стрелять, сейчас посмотрим. Потихоньку. Да, они стреляют дальше, чем могут себе позволить вражеские турели, так что мы сейчас этими солдатами немножко пошумим. Немецкие довольно-таки элитные тоже войска. Так, давайте сюда, ребят. Так, все. Да, вот они, пожалуйста. Начинают атаковать, а турели просто не дотягиваются.
Ну, зато, кстати, гренадеры хорошо. Я так понимаю. Так, дэмэдж 60. У нас идет 10, десятка. Да, они хорошо, гренадеры чисто по постройкам работают. Так, взрываем ворота. Нам уже тут немножко осталось пройти. Двигаемся, тут еще у них танк. Так, сначала вот этот. Огнемет. Второй. И потом танк. И еще вот этого. Пропустил одного. Сделаем еще скаутов. У нас, кстати, доступны медики. Были. Так, продвигаемся. Еще один. Не реагирует. Это, конечно, хорошо. С другой стороны, это не очень хорошо. В плане геймплея. Не знаю, может, это потом поправит. Сейчас дождемся пехоты. Но я думаю, мы даже этим сейчас справимся. Я что имею в виду, что не очень хорошо. Вы, допустим, можете воевать здесь. У вас будет стоять там танк. И он просто из-за того, что не может дотянуться, ему не хватит, так сказать, мозгов подъехать и атаковать, если вы начали атаковать. Так, вот он, наверное, завод, да, главная база противника. Сейчас мы ее уничтожаем. И вроде бы все. У нас здесь, кстати, стойте. Дополнительная миссия. Ага, там турель. Понял. Я здесь сюда, получается, не прошел. Надо было вот сюда вот подойти. Так, комплексом взорвали. Ну, в принципе, миссия выполнена. Та уже, да, была такая дополнительная и не обязательно. Ну и давайте я вам зачту главные особенности, которые заявили разработчики. Это первое. Классическое строительство базы в реальном времени с быстрыми и динамическими боями. Три. Асимметричные игровые фракции с собственным отношением к экономике и стилям игры. Уникальный набор бойцов у каждой фракции. Две эпических одиночных кампании с видеороликами между миссиями. Режим схватки и игры с подбором игроков по системе рейтинга ELO. В общем, у нас будет три фракции, это уже хорошо. Будет разнообразие. И очень хорошо, что они будут не одинаковые. Может быть, конечно, какими-то моментами они все-таки будут похожи, но то, что будут различаться и по экономике, и по стилю, это прям прекрасно. Я вижу в этой стратегии хороший, так сказать, стимул, может быть, вернуться наконец-то вот чему-то наподобие, что было раньше, потому что все-таки, как ни говори, они немножко к ним интерес подостыл, таким классическим стратегиям. Вот, я раньше в такие стратегии любил играть, поэтому я точно буду следить за этим проектом. Также еще упомяну, что разработчики заявили перевод интерфейса и субтитров на русский язык. Демку можно на данный момент скачать в Steam'е и также ее попробовать пройти вот эту вот одну миссию. И, в принципе, на этом, я думаю, все. Мне игра в общем плане понравилась. Конечно, хочется пощупать, что будет больше и дальше. И можно, я думаю, заканчивать. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!